Дорогие мои дамы, я сейчас вам предлагаю новые свои тренажеры для тренировки именно входа во влагалище. Если вы выполняете мои комплексы упражнений с разными тренажерами, которые, естественно, подтягивают стенки влагалища, связочную, паратматку, то вот эти тренажеры, сейчас мои новые разработки, которые именно, повторюсь, тренируют вход во влагалище. Есть размер чуть больше. Он, конечно, дает результаты на очень эластичное влагалище, точнее, вход во влагалище. И есть чуть поменьше. Он тоже дает хороший результат, но здесь больше, конечно, работа идет на силу влагалища. Поэтому я рекомендую покупать оба тренажера, ну а там уже будет ваше желание. И он на такой ножке. Видите, длинная ножка. В чем здесь эффект? Одевайте также насадочку для УЗИ. Аккуратненько вводите себе в интимную зону, только вот здесь вот с краешку, на входе, не надо шарик загонять выше. И вот эта ножка сама, она будет у вас выходить из влагалища. Здесь вы будете подвешивать грузики по вашим возможностям. Вот. И нам нужно научиться с вами, когда вы мышцы расслабляете, то вы почувствуете, как по входу вот это идет движение, да, немножко вот до сюда доходит, выходит шарик. А потом, когда вы вход сжимаете, сокращаете, очень мягко этот шарик двигается около входа, да, и сжимается вот здесь, не затягивая. Получается, больше идет мелкие движения на сжатие. И он должен проскользить на выход и захватить. Для того, чтобы вам начинать работать с грузами, лучше этот тренажер сначала ввести, лечь, а на спину упражнение лежа сделать. Когда вы ввели, вы немножечко выталкиваете его, держа за тесемочку, выталкиваете и немножко втягиваете. Выталкиваете, втягиваете. Можете даже потянуть за тесемочку. Для того, чтобы понять, где, в какой момент вы хорошо делаете именно обхват вот в этой зоне. И когда шарик выходит, когда у вас будет чувствительность входа, а потому что там тонус мышц слабоватый, да, у нас мало опыта тренировки именно входа, поэтому выходя из влагалища и сжимая его, двигая, вы поймете, в какой момент нужно сокращать мышцы и остановить подъем. Когда вы немножко наработаете такой навык, уже можно повесить грузики и делать упражнения с грузиками. Также в наклоне мы это делаем, как обычное упражнение. И на полу, в исходном положении, колено-локтевом. И здесь, что очень важно, упражнение, как вы будете делать. Первое, вы начинаете, когда ведете шарик, сначала немножко подтягиваете анус вверх со входом одновременно, потом анус в себя со входом, мягко расслабили. Анус чуть-чуть вверх на раз, анус в себя, и вход тоже сжимается. То есть пора одновременно анус вверх, вход, анус вверх, вход, анус в себя, вход. Мягко расслабляете. И делайте это упражнение 2-3 подхода, 10-15 раз в медленном и быстром темпе. И следующее упражнение. Вы втягиваете теперь анус в себя и одновременно подтягиваете вход. Анус в себя и вход. Движения, повторюсь, очень мелкие, не надо затягивать шар вверх, только на входе. Анус сжали вход, анус сжали вход. Также 2-3 подхода от 10 до 15 раз. Медленный и быстрый темп. Вот это упражнение именно с такими тренажерами вы можете включать в общий комплекс тренировки интимных мышц или как дополнение. Более подробно комплекс упражнений будет на моих новых дисках «Пробуждение женщины», на вебинарах и на других программах. А сейчас вы можете купить тренажер и воспользоваться вот этими упражнениями. И увидите колоссальный результат. Во-первых, у вас вход во влагалище будет очень сильный, чувственный. Естественно, это вам и для здоровья нужно, и для вашей сексуальности, и для ваших ярких оргазмов. Удачи, здоровья, занимайтесь!